Уходит, сука, нет. Пидор. Может, он отходи, тебе не подходит, отходи, блядь, отходи. Ёбаный забыл. Ты, блядь, дайте мне координаты машины, нахуй, кто-нибудь быстро, блядь. Сейчас дам, сейчас дам. Координаты машины записывай. 067-155. Низ квадрата, главный дорога. Вижу, вижу. 067, погодите. 463 метра, я веду его. Это вы вдоль, там? Вдоль заборчика, да? Ёбаный в рот. Да. Я сейчас сначала, короче, этих наших ребят, блядь, будь, у кстати, централки нахуй забираю тогда, блядь. Я думал, вы да все в централке. Да не надо нас забирать, ну. Давайте, ёпта, а что здесь, блядь, суппорт нужен, а что, один, блядь, ну, ладно, поеду, сейчас, что сейчас, ли? Сейчас. Все вы нахуй, блядь. 450 метров, сука. Чего? Мой, Кольт, я в Телосе, блядь, приготовьтесь веди к эвакуации. Да тут, блядь. Куда он идет? Ствол? Я куда ты ходишь? Примерно, 460 я метров. Я вот стою рядом с тобой, куда ты у меня лагаешь, ты у меня отошел нахуй назад. Я на месте стою. Тут статиком попробую отработать. Вот, опа, вот он исчез, так. Ебать, куда он исчез? О, все, синхрон. Назад, назад побежал, назад побежал. Ты синхрон, сервак лагает, блядь. А, вижу, вижу, вижу. Сейчас как-то будет мне статика, кажется, данная. Другой, нет? Нет, это тоже. Ребята, выжу, вижу взлетку с Телоса, двигаюсь к вам, слышите? Вот он вот здесь зомба лежит. Где да. он? Куда подъехать мне? Го, говорите, блядь, Кольт. Да не забирай нас. Что пока. Значит не блядь, я что туда к ним, блядь, один поеду? Там, блядь, контакты в округе, блядь. Расстояние рейнджфайндера мне постоянно говори. Будет статика. Пробуешь, блядь? Двое, 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 видишь? Двое, взял. Блядь, ебать, а как двое? Взял? Да. Один на нас прям бежит. Понял. Ты расстояние до него какое? Второго, до второго? 410 было только что. Так, где попробую они, сейчас блядь? Двоих снять, нахуй. Теперь попробуем. Не, у меня очень тяжело, я ничего не вижу. Снимай позицию на констракшн повыше, сейчас буду. Где вы, Гольд? Я на главном. Да не подъезжай туда, одного убил. Выходи оттуда. А хорошо. Чего здесь? Там два человека. Второго убил, все, двоих убил, блядь, красиво. Красавчик. Так может а быть, может быть я их выманю? Правая, правая, хуська слева у тебя бежит, прям возле все, центра. Давай, лутаем. Да не лутать, я сейчас сейчас, сейчас, я их, пацаны, есть. Попробую выманить, короче. Ты май. Понял? Давай, красавчик. Выстрел, слышишь? Смотрите, одним... смотрите, смотрите меня в округе. Отсюда хуёво видно. Парни, слышите? Одним выстрелом одного убиваю, второго раню, он с поломанными ногами, блядь. Ебать, красавцы. Надо было попробовать в голову стрельнуть, блядь. Двоим. Дабл, блядь, кил почти получился. Дабл кил. Походу прибежал, резнулся, прибежал. Парни, я бегу, смотрите, мою безопасность, у меня ремонт. Все прекрасно. У меня все, стартер мотор, колесо, блядь, все у меня. Быстро он добежал, как он быстро так добежал, у них что, машина там ездит? Срезнул 100 денег. Блядь, я... Тут недалеко резко. Ёп. Бежишь и справа от дороги... Где они там, ребят, вы их ведете, я нет? Я скажу, когда. Терминал. В терминале точно один пробегал рядом, когда ты проезжал. Ну, я понял, 60 метров и через дорогу. Сейчас, сейчас, принято, давай сейчас ширкану еще рядом. Их поутать, что ли? Да, направо сразу. Я ничем не поутаю, я сейчас битком. У меня колесо, стартер, мотор. И даже всю иди, еду выкинул. Терминал, центр, левое крыло, пошел. Костик, иди лутай. Я не уверен, что я их найду, чем отец. Видишь, там, там ползают, не? Да, вот как ты проехал справа от тебя. Все, принято, ну, нахуй, беги. Сейчас, короче, минус. Паркуюсь, блядь, начинаю их ебашить, блядь. Я убил в кустах одного. Ништяк. Еще один в терминале. Принято. Так, координаты 147-172. Быстро кто-нибудь, блядь, запишите нахуй машины. Прямо здесь, блядь, поставил, ебанул. Сейчас я пошел нахуй в терминал, нахуй. Второй этаж, правое крыло ушел. Видел, видел. Со стороны парковки. Сейчас, блядь. Поставил, поставил, все, точилу. Левее забирай, Кусю. Так, я погнал к терминалу, к этой, к дороге туда. А, бля. Сысто подхожу. Короче, два раза одного это уже типа нельзя убивать подряд. Окей, я тебя с Веста, с Норд, получается. У одного Норд Веста там. Капидет. Вот иду прямо в сторону парковки. Я понял, 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 принял тебя, вижу тебя даже. Вижу, все, вижу, вижу тебя, поехали. Наблюдаю, вон ты бежишь.
Я тоже с горочки иду. Так, Гош, что у нас там? Правое крыло. Рыжий, веди меня к этим типам, сейчас обутаем их. Он тут ушел. Же на соту едет. Которая второй. Ближе к этому диспетчерке. Правее забери, Кость. Вон они, да. Все, иду к вам. Не-не-не-не, паси пока. Да что там пасти, уже все нормально. Сейчас, ебать, этот блядь. Нищий, я тут ничего нет. Ну один, да, второй. С Ленфером. О, нет, Tire Repair Kit, Fuel Host Kit. А, они что-то чинить собирались, короче. Машину собираем. Наш чинить, походу, хотели. Так, господа, нам... Опа! Готов, готов, все, плюс 50. Шанишки. На крыше. Так, один хуйнул. Окей. Все, их двое было, не знаю, может еще, конечно. Слева от тебя, слева от тебя, слева от тебя сейчас, смотри, рядом я, метров 50, ага, нахуй. Группу дам. Под фонарями прямо, блядь. Встреча перед под фонарями, дорогой. Ну да. Давай целоваться. Сейчас худастся, комбат будет. Сейчас не дадут. Пойдем пока. Режьте на мясо. Заберите 4 мяса, важно. Справа вырвались, блядь, петухи. Кольт, подожди. Стой, подожди меня. Терминал хоть забегу. Стой, стой, да. Окей, давай, пошли. Сейчас группа даст, интересно, прошел кому-то. Так, ну чё вы, все, разобрались с ними? Да, да. Ладно, да, режьте все. Там, кому нужен уровень, давайте, погнали. А толку от этого заходим, не будет. Резать, а что, уровень дает, что ли? Резать надо живым. Да. Сейчас порежу, чтобы лут исчез. А то вернуться ж, блин. А, там лежит, сучка. Я на искрыло сейчас проверю. Че у него? Ну харе, пацаны, давайте. Берет-то хуета, основная пушка хуй знает, где основная тут. Ну и все. Я готов. Давай, мясо, давай, 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 давай. Туча у него тут, если кому кто надо. Кто-нибудь наперёд садится за кем. Wait a second. Основная, я хуй знает, куда-то... А, вот она лежит. Чисто. Замды были у заправки. На ист крыло чисто. М-ка шестёрка. Алло. Что? ХАИХ 416 у него. Ничего не слышу, еще раз. Угу. А, ты там окей. Своим? 416 и на нем ЦОшка стоит. Так, сейчас, секунду. Блять, а что? Блять. Я хочу с него топор забрать. Мне он нужен, а он, блядь, что-то нету, нихуя топора у него. Слушайте, ну здесь по медицине на самом деле очень много всяких, блядь, полезностей. Ну вот, разобрались, в принципе. Нормально. Морфина точилова, антивирался у меня. Я не уверен, что лут с этих пацанов оправдал патроны, которые мы на них затратили. Заби. Недавно мы практикуем очень хорошие поставки боеприпасов. Ремесло. Да. Так, саларки чисто. Она не очень хорошая, но она полезная. Ну да. Если особенно читак найдем один магазин. Здорово. 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 Да. Хантер, ты что ли, брат? Ага. Аллаху Акбар, Хантер! Аллаху Акбар! Шпили-вили Акбар, блядь. Так, ну чё, короче, я его топлю и погнали, блядь. Ну да. Машинка там стоит. Го, давайте заберем. А вы куда собрались гнать-то? К вам. Сейчас, так Хантер, сейчас едем, Хантер еще заберем. У нас сейчас пресечемся. Мы к вам поедем. Едем. Мы на централке сейчас. У тебя Кузька, в смысле, хотите есть? С нее рулить, что ли? Куски, короче, все есть, ты только подойди, увидишь, короче, у меня все есть, короче, стой! Ты, короче, у тебя что это? Special Raycon, короче, я да, слышу. Да, я тебя слышу. Вот они меня не слушают. Я тебя слышу, ты, короче, сказал... Я говорю, у заправки зомби были. Заправка зомби, короче, я тебя слышу, я тебе говорю. Ты же рядом пробегал вроде. Я вообще на горке был. Слава Акбар, я тебе, короче, слышал тебя. Так не того, которого ты в кустах пришел. Слава Акбар, блядь. Его я убил, блядь, заебал. Так, Джеппи, Survival Rig. Так, пацаны, секундочку. Быстрая передрочка всего содержимого в Survival Rig, блядь.
Мне ничего не надо. Ну, мне он все-таки немножко, блядь, как бы побольше. Так, Джепись один забрал. Ну, тоже Survival Rig, и все. Я говорю, мне сегодня не надо ничего. У меня, так квест есть, просто. Я туда заберу. Да, он, ну, он... В Граве, мужики в Граве. Он не побольше, он одинаковый. Зомбы ходят. В Граве, капитан? Да. Что он? Ты уверен, Азимут, что он не побольше? Азимут 003, короче, ровно на Норд. Зомбы ходят. Я там проезжал, я двинулся туда, к машине, блядь. Держите, короче, так, терминал. Так, вдвоем, блин, Кольц Го, да. Возьмите терминал. Мы я сейчас за машиной сзади. Сбегаю. На гравию. Ну, веди тогда. Просмотрим тогда ее. Бас, понял? Понял, веди меня тогда по координатам. Нет, ну ты до гравии доедь примерно. До Эрфилда, до военных. Там я тебя направлю. Смотри, Кузька, осторожно, там где-то кто-то есть. Блять, ну красиво, блять, сука, хуёво фрапс не снял. Ты, короче, не бойся ничего. Короче, две пули, если одна одного убивает, проходит через первого, второго ранит, блять. Если попадает в ноги, он не может бежать. Да ты шо? И все. Кто стреляет? Никто. Никто, я. Я дернул к машине, пацаны, держите там пока это самое. А куда гос ебался-то? Есть. Убил? Devil's Dead? Папка дьявола, понял. Контроль его, короче, слышишь тогда, Кольт? А чё, а где они там ходят-то все? Почему они, блядь, по каналам ходят, блядь? Как они должны ходить? По дороге? Я не знаю, нахуй, это пиздец, блядь, они здесь везде, нахуй. Слева, 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 уходи влево. Ну, по дороге влево сразу. Так, машина вроде стоит. Что это такое? Ой, блядь, меня... Чего не понял, кому влево, чего? Нам влево, бас, влево уходите. Мы уже вон, видишь, две соты, две вышки. Рыжий. Нам левее надо уходить. Понял. Тебе что говорил, знаешь? Ладно, забей. Свод. Куда-то ушел. Влево по полям пропали, зомбы в граве. Нам по левой стороне надо эти две вышки обойти. Ходят еще. Понял? Желательно полукилометре от них. Так, машинку сажусь. Все, завел, уехал, блядь. Сейчас к вам уезжаю. Кто-то дышит, пить захочет сейчас. Я, наверное. Вот так езжай примерно, вот так вот. Потом правее заберешь, когда отъедешь. У кого с гандоном есть, блядь? У меня. Ну, вон фонари нахуй отстрелили здесь. А что за калибр гандона? Готов еще один, плюс 100. Злоной, это СКшники, СКшники, еще один рядом, смотрите, блядь. Ребята, аккуратно, блядь. Все, мы поможем под суппортом. Где он готов? Где Азимут снял? Какой? Десятка, ровно на Норд, считай. Он был в Граве? Принято. Да, в Граве. Так, да, направляй. Да, далеко он в Граве был? Направь меня, 500, слышишь? 500 метров. Понятно, будут идти к вам, парни. Где ты машину забирал, туда же иди. Так, правее забирай. Так, я тут, все, принято, давай правее, туда двинулся. Туда по полям ебашь. Чуть левее. Блин, го, слышишь? Вижу второго. Второго видишь? Окей. Да. Вали. Там же? Да, 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 уходят в констракшн туда. Сколько их? Две штуки. На направляй меня сейчас. Он тут уходит так же на Норд. Я туда. Не вижу нихуя спереди. Тихо, на Норд. Бегает, бегает. Все, принято. Левее уходи, левее. Начинай, я на него двигаюсь. Да. Блять. Окей-доки. Нет, левее бери. Включи фары на секунду, блять, вижу, да, все выключи. А зачем, что видеть вам? Блять, я не вижу, куда я еду. Так, все, понял, где он, блять. Так, сильно лево взял. Блять, ты метку поставь. На Норд иди. На чем, блять, на хую? Говори мне, значит, метку. Ты что, Джеписа нет? Так, куда-то нету. Он убежал. Говори метку. Веди его. Координаты, точнее. Ага, вижу, у Констракшн тот. Мы сейчас коронили. А, у Констракшна слева от него три дома, нужно, да, верно? Нужно, да, короче, 139-174. Да, уходит куда? Уходит налево, за Констракшн налево. За Констракшн налево, все принято, да. Двигаю туда за ним. Это вообще окраина гравии. Блять, они там могут командой быть, мы их обстреляем, если что, сдалека. Вы сейчас, блять, меня выкинуть, нахуй обстреляете, скажи. Я тебе сказал, куда меня выкинуть. Это окраина города там. Да, блять, давай туда. Так, Коль, ты меня ведешь? Тебя я вижу, да. Так, вот там, вот это он, этот Констракшн, что меня на 12, верно? По фронту. Да. Я вот не вижу, налево холмов, от него ушел. Все, принято. У тебя слева примерно метров за 100 оттуда становишься и уедешь.
Принято. Вот как ты далеко до туда? Вижу его. Еще раз координаты. 139-174. Да. Ну тут так, более. 1,9 километров. Давай. Ну там жги. Поле чистое. Какая? Ну, так. Оно там с холмиком. Давай, жги. Этот петух в гравию куда-то ушел. Вот все, мы в гравию его и поймаем. Единственное, чтобы они на нас не пошли, пидоры, блядь, на воинку. Да, слева далеко. Опа, по мне стреляет. Уходи. Ты по мне? Сработал, нет? Да по полям бы пошел. Нет, это он по тебе стреляет. Второй. Смотри, между нами стреляет, блядь. Вон. Блядь, не вижу, откуда долбит. Вон он, сука. Нет, не он. Стреляет, блядь, с гондоном хуярит, брат. Уу! О, фак, попал. Так, Тико, убегаю. Коль, сейчас смотри сзади меня полностью. Я сейчас вот там залягу. Все, перемотаюсь. Наверное, давай, высаживаем, мы тут добежим. Километр еще. Ну давай, сейчас тогда левее забирай. Стреляет еще. Он сейчас пойдет за мной, Коль. На ты меня видишь сейчас? Да, наблюдаешь меня? Вижу тебя. Уходи в мою сторону. Смотри, нет. Иду к тебе. Он гравия впереди или нет? Гос, да. Смотри, гос справа от меня. Будем смотреть. Сейчас все. Вот выкидываюсь я. Вот сейчас там, вот, ты слышишь, стреляет, где-то сзади бежит. Ай, еще раз попал. Все, я пошел. Давай. Сейчас я закладываюсь. Давай. Так, о, все, где-то все. Впереди, блядь. Я залег. Перевязка, блядь. Пойдем, пацаны, перематываюсь, мне. Блядь. Ну, берите вдвоем, да, я на машине. Дальномер буду смотреть, мне больше ни на что не спасаюсь. Блядь, не вижу его. Так, перемотался. Он там был? Это гравия точно? Он на крыше вообще. Ну, на 783 метра до того квадрата, где ты сказал. А, вон вижу нашу цель. На какой крыше? 132, 177. Так, пацаны, да, это все, готов? Дэн вас киллит, да. Это отличная работа, упал, господа, чувак. Отличная работа. Где этот петух? Где ты по нему работал? На стек крови, блядь. А, на 80 отель на аэро. Блять, а как он туда убежал? Уходил кто-то влево за это. Погоди. Значит, это другие. Нихуя. Значит, еще есть. Нет. Но по мне работали, блять. Так, вот один сударь валяется. Вот один вот валяется. Kimber Knight Warrior, блять, Range Finder, Хуяндер, блять. А что за пуха? А нет ее, соответственно. Так, ладно. А трап... Откуда? Где он? Где сам труп? Да, блядь, что-то видно с сервером, короче. Не понимаю. Что-то как-то... Где он? Здесь нет был? Пойдем за трупом. Блядь, цилиндр здесь, гидравлик цилиндра есть, ёптуть. Ну пойдем. Так, парни, мы смотрим гравию. Так, я пока АФК отолью. Давай. Вы бы не гравию смотрели, сели бы, короче, все в машину, подъехали к главному терминалу уже. Централ... И что я там со снапой буду делать? Централки, регрупп и все, и порыли, блядь. Решать, что к чему. Все, мы здесь уже разобрались. Я как-то что-то не понял, блядь. Кольт, а ты где его вальнул? Гол последний, да, наш вальнул. Вот которого ты лутал. О, а ты где его ёбнул, короче? Да беги за мной. Чё ты спрашиваешь, что 50. А, то есть ты его нашел там? Это... Я как бы запомнил, где его убил-то, да. Ну да, так а ты туда стрелял? Ты как его там заметил-то, блядь, вообще? Ты же сказал, по тебе стреляют. Ну да, так я сам знаю, что по мне стреляют, я видел. Ну, стал смотреть. Ну просто, вспышки, блядь, отсюда, как бы ты пойми, что отсюда, как бы, блядь, вот как он туда стрелял, это. Я тебе говорю, вспышки. С Норд-Веста, блядь, должны были стрелять. Там. Блядь, ну по видео видно, там вообще парни, в другом месте. Констракшн, начало гравии. Сейчас скажу примерные координаты. Лут лежит. Да лут это. Примерные лут. Координаты, а, блядь. Вот 145-175. Ну здравствуйте.
Так, что тут у нас? Смотрите, это там еще один товарищ. Посмотри, сполз, короче. А, МК-12 Спиер. И Спиер. Это я с него снял. У него был этот NXM. Угу. User left your channel. В смысле ты с него снял? Что-то не понял. Ты свое оставил? Да. А-а-а, понял тебя. Ну все, ладно, поблагодарим господина. И, в принципе, можно отчаливать к остальным. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Ты говоришь, а тебе садят. Я смотрю, там вспышки с крыши идут. Только я не понял, почему вспышка, если он с глушаком работал. Это какая разница? Так и есть, вспышка все равно так, будет. Глушак все равно у тебя будет. Он же ж не пламя-гаситель, он, блядь, шумоподавитель, блядь. Не знаю. Так вот мы тебе объясняем. Не шопничай. Не, мы не выябываемся, мы тебе просто объясняем. Я говорю, не жопничай. Так я не жопничаю, шо ты тут на ну меня? Ну и все, отстань. Я еду к вам. Так, ну короче. У водителя говорят тачку или там оставь ее и быстренько забеги в терминал. Сейчас к терминалу подъеду, забегу к вам, дам вам группу. Я в лешем во всем. Не убейте. Ты в форме Килли. Леший, это, блять, она абсолютно выглядит по-другому. Это ты так думаешь. Это я тебе ты не так думаю. Ты пиндос. Ты fucking пиндосос. Для тебя Coca-Cola это Coca-Cola, а для меня Coca-Cola это Coca-Cola. Это очко. Убил. Убил? Тима, у вас скелет еще какой-то. Только почему-то поинтов не дали. Потому что ты его убивал уже недавно. No points gained, это когда свежий спаун. Или ты его убил. Раз в час можно одного убивать. Если того же в течение часа убиваешь, не дают. You aren't safe, sustained, moderate damaged, блядь. Парни, чисто, если я подъеду и оставлю машину. Блядь, там, кстати, контакт может быть. Смотри, быстрее езжай. Может быть контакт. Если я на парковке оставлю, со стороны парковки зайду безопаснее, или лучше со стороны салварок заехать? Да лучше, блядь. Я вообще внутри катаюсь. Заезжаешь не со стороны парковки, а, блядь, с этого, с главного входа и загоняешь ее нахуй в терминал машину. А, сквозь стекла? Нет, да, там двери открыты, есть. Там открыты двери. Я вон здесь гоняю нормально. Вообще, короче, нормально езжу. Такой, короче, проблем нету, как на родине, короче. Ну, араб в смысле своей, да? Да, короче. Араб. Я как будто нормальный такой. Я как будто такой нормальный местный житель, бля, на внедорожнике, а Кузька как будто такой разнорабочий. Шестерку купил только недавно. Тонировал. Бля, как вы меня только не пытаетесь унизить постоянно, это пиздец, блядь. Все, я заезжаю. Я на парковке. Опа, кто-то пробежал, по-моему. Кто пробежал к главному входу? А тут все свои. Если что, по тебе будешь давно шмалить начали. Woo! Fucking shit! Все, так, забежал в терминал. Поднимайся на второй этаж. Так, где вы? Давайте в комнатку спуститесь с крыши, парни. Я дрифчу! О! Фак! Но, плиз, гаддэмит! Где это тут? Я, получается, в правом крыле, если саларок смотреть. Ну, ты на свои! Каком этаже? Я в давай группу! Тихо-тихо, вижу. В левом. Дал. Если саларок смотреть, он в левом, блядь. МХ и один Грендель. На кого не надо? Это чё за куст? Блять, отойдите, я ебашу по ним вообще-то. Так, я у нас до сих пор гилку не вижу, блять. Сейчас будет у вас дамаг, блять. Отойдите отсюда, ёпта. Поэтому, блять, я сказал, что ты, блядь, с глушаком двигаешь. Группу не дашь. Сейчас комбат у всех будет. Всем я дал, кроме тебя, ты заебал. Уходи бегать просто. Уходи где-нибудь, меняй место.
Не знаю, ну, успокойся, спустись, кто бегает, блядь. Я тебе не могу дать, бля, пацаны, постоянно. Пацаны, пацаны, у меня проблема, да я сейчас сдохну, блядь. Ну, гоу, значит, стой. Бля, сделайте меня, блядь, операцию, сука. Ну, убей его. Все, стой. А, с ручником, пацаны. А мне группа не далась. Мне тоже. Да потому что комбат, я же говорю, блядь, не дастся она. Давайте комбат, сядем, комбат. Отъедем отсюда, ёпт. О, спасибо. Уж 5, короче, реально все. О, стой. Да не дает сам. Да вижу я. Да там, блядь, потом 30 секунд, блядь, надо будет ждать. Поехали нахуй отсюда, блядь. Я вам говорю, нужен, блядь, привал. Тем более. Уезжаем, давайте, уезжаем. Тем более через, блядь, 15 минут, блядь, рестарт, блядь, серваков, сука. Го, постой, блядь. Кому туда лучше платим? Давайте, уехали отсюда. Блядь, куда я не туда убежал? Да, рестарт это заебись, это заебалась темнота уже. Тебя она еще приколит, когда ты разберешься с этим. С этой хуйней. Не, она такая, ну как бы, ну все видно, то есть, ну вот последние полчаса они пиздец темные. Не то у тебя. Ой, ай, ой, ой, я в этот сел. Ой, извините, пожалуйста. Я не... Да я туда сам сейчас сяду, погоди. А чё, все в группе, да? Нет. Нет, Кузька остался только. Поехали, блядь. Кузьку я в группе вижу. Ну, я тебя зато не вижу, нахуй. Кузьки нету в группе. Поехали, блядь. Тю, блядь. Все, пошли, тю. Отходим. Прилетели в них. Где они? Уехали? Не повредились, нет? User left your channel. Парни, десант удержите, пожалуйста. Да заебали, бля, слепить. Кто это за рулем на хэтчбеке? Машина на обочину! Номер А! Бария 399! Христос хуёс, блядь, на обочину! Ну вы, блядь, нацисты. Я думаю, он сюда повернул. А кроме путями, видал? Ну да, через 15 минут рестарт, как раз за пивком сгоняем, блядь. А чем мы после рестарта, мамаша?